Всем привет, друзья! Вы на канале Шедевр Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы снова в Dead Rising 4. Наша мексиканская средневековье закончилась в прошлой серии, и мы, надеюсь, сегодня уже выйдем в открытый город, потому что прошлая наша серия мы провели вот в этом вот замечательном мегакомплексе торговом, с которого еле унесли ноги. Но тем не менее, у нас с вами задача найти Вик, а вернее то, что нашла она. Она нашла причину эпидемии в этом городе, и находятся они где-то здесь. Расследование 0%, нужно найти в одной палатке, может, в другой палатке. Не понял, к чему третья, но сейчас разберемся. Так, тут есть какие-то снимки. Вернее, как на месте преступления, видите, кто-то все это уже снимал, может быть, Вик. А может быть, следствие какое-то шло. В общем, сейчас будем разбираться. Палатка номер один. Мне сюда нельзя. А что-то вообще делать? А, отсмотреть район. Расследование прекращено. Вышел, видимо, за территорию, да? Понятно. Нельзя выходить с этой области. Ну, в палатке меня не пустят. Я это уже понял. Надо просто сфотографировать, я так понял. Труп, вот это кровь, да? Расследование прекращено. Расследование начато. Ну давайте. Начнем с самого элементарного, с этих ящиков. Скорее всего, что-то с ними связано было, наверное, да? Что-то трупы развесили. Да, именно это надо фотографировать. Вне кадра. Ты прекрасен. Не понял, что надо делать вообще. А, понятно. Надо, чтобы она появилась. Это ищем мы нужный ракурс, да? Ну вот, пожалуйста. Вот что имелось в виду. И две палатки, наверное, надо сфотографировать. Нужен другой режим видения. Ну, понятно, что не ночное, наверное, вот это. Чтобы разблокировать этот замок, да? Здесь есть пальцы. Открыто. На случай, если там кто-то. Вы не думайте, что я испугался. Ой, это моя работа. Появилось еще что-то, что нужно найти. Ух ты. ЖК-монитор. Эта дверь все еще закрыта. Ключ-карта. Посмотреть описание. Интересно, чего? Не знаю. Ключ-карта, это тоже компьютеры какие-то. Хорошо, что мне тут сфотографировать надо? Давайте смотреть. Что-то в этом районе, что-то в этой палатке. Обнаружена улика. Видим, увеличиваем. Они все ждали распродажи в Черной Пятнице, но такое не вряд ли рассчитывали. Ну и другая палатка у нас осталась с вами. Убирай свою фотокамеру, пошли. Не исключено, что в этой палатке что-то может быть. Так, нет, верни назад меч, мало ли. Другой режим, увеличиваем, видим пальчики. Анализируем. И открываем еще одну палатку. Тут плохо пахнет. Вот это мне же не нравится. Рука. Кусок мяса. Первая жертва, которую решили изучить. Что у нас с едой? С едой все в порядке. Как-то есть тут и не хочется-то в такой компании, мне кажется. Химикаты, кстати, есть, их можно взять. Ими можно бросаться. И их можно комбинировать. Хорошо, вот этот что-то говорит, что это вещь тоже хорошая, если в комбинации, конечно, использовать. Ладно, нам надо тело тогда сфотографировать, как-то это не знаю. Ну давайте.
Эти военные застранцы следовали что-то здесь. Это сделали не солдаты, определенно не зомби. Но тогда что же случилось? О боже, вы только гляньте, я сюда неделями мечтал попасть. Охренеть, Дарси, кто это? Эй, что ты делаешь? Get out of here! Calm down, pal. There's plenty to go around. А кто говорит вообще? Поговорите с Дарси. А я думаю, что этот чувак здесь делает? Я думал, со мной же разговаривают трупы, которые висят вверху. Дарси, один момент, я там кое-что еще гляну. Не уходи никуда. Я просто не осмотрел столы особо. Вот эти, вернее, стенды. И вот эта дверь. Ха, она же была закрыта. Теперь открыта. Зато у нас есть круг в случае нападения зомби. Дарси, ты кто вообще? Эй, малыш, тут моя поляна, вали отсюда. Да ты же Фрэнк Уэст. Ты же герой Уиллэмэта. А я Дарси, может вместе поработаем? Ну знаешь, совместный сюжет, там все такое. Так, реально, надо тебя познакомить с моей подружкой, в смысле редактором, с Паулой. Она ведет подкаст, очень популярный, уже несколько недель расследует этот обскурис. Обскурис? Обскурис? Так это банда называется? Да, Паула все про них знает. А знаешь, вообще-то я не против познакомиться с твоей подружкой. Где она? Кажется, она в ратуше, в Олдтауне. Сходи к ней, вот она обалдеет, когда она узнает, что я завербовал самого Фрэнка Уэста. Вообще. Да, будет потрясно, увидимся. Все, Дарси. Контрольная точка достигнута. Уиллэмэт и правда город сюрпризов. Дело номер один. И в общем, Брэд Парк, он директор КБЗ, рассказал, что в Уиллэмэте не началась эпидемия. Малышка Вики Чу уже там, роет носом без меня. Ну и летим мы, значит, над Уиллэмэтом, бум. Нас сбивают. Я сразу понял две вещи. Во-первых, это Вик тут торчит уже черт знает сколько времени, изучает местных вояк и ту фигню, что творится у входа в торговый центр. А во-вторых, творится там самая кровавая, жуткая гнусь, какую я только видел в своей жизни. Материал не для первой полосы, хотя зависит от издания. Так вот, Обскурис не единственная сила в городе, но они точно не белые и пушистые, так что я отправляюсь в Уиллэмэт. Может быть, разузнаю, что они задумали, кто за это платит. Надеюсь. Продолжить. Дело закрыто. Пройдено. Достигнут уровень. Уравнитель. 775 убийств. Пока что не померли. Получено ПП столько, это сделано фотоснимков 22, создано комбинацией 11. Так что я в супермаркет уже не вернусь? Странно. А там же были места, где надо какой-то костюм использовать, чтобы тот же меч вытащить. У меня костюмы еще и не пахнет им. Ну ладно. Так, сегодняшний отчет журналиста. Дела, навыки, что это такое? Журналист Фрэнк Уэст, 52, стажер, 17%. Стойкость 3, выживание 2, чертежи. Это наша прокачка, да? Личные тайны. Ну, что смог найти, понятно. Найдено убежище. 0 из 31. Как же, я одно убежище нашел, даже открыл. Ладно, посмотрим. Я думаю, мы еще вернемся в супермаркет. Потому что это тогда нелогично будет. Изучите Обскуриса, встретитесь с Паулой. Алло, это Фрэнк Уэст, спаситель Уиллэмэта? Да, хотя на «Эй, придурок» и какой-то Фрэнк, я тоже отзываюсь. Ага, я Паула, ведущая зомби Евангелия от Паулы. Мой подкаст называется «Дарси дал мне твой номер». Ох ты, господи, ну да, у тебя есть для меня информация, так? Да, давай встретимся в архивном отделе в ратуш. Вход сзади. И Фрэнк? Приходи один. Что же у меня все фанатки шизанутые-то, а? Нас теперь перемещает, мы не сами бегаем, я так понял, открытого мира... Мы не увидим здесь. А перемещают именно туда, где мы должны быть. Я думал, мы сейчас по своим ходом пойдем. Нам откроют ворота, большой город, как в Dead Rising 3. Нет, нас... А, собственно, я здесь же.
И башня здесь. Все в одном месте. А может еще и откроют дверь. В общем, надеюсь, что откроют. Потому что вот это сжатое пространство меня пугает. У меня клаустрофобия. Давай. Да, место не очень. Хорошо, что я в броне. И моя сомбреро меня спасет. Фонарика не хватает очень сильно. Крокетный молоток, аптечка. Это комбинация для чего-то. Томагавк. А что у меня с холодного оружия? Вот эта бомба на три. Три бомбы каких-то, которые я собрал последний. Ну ладно. Бомба может и пригодится для большого скопления. Так, ты что? Да лежит тоже взрыв, пакеты всякие. Звездочки. Кувалда, кстати. О! А, танец с саблями. Ну, это мы уже собирали. Знакомый. Здесь же есть молот. Может создать эту бомбу. Взрывной, вернее, мой молот. Уж помните, у меня есть один. Вот он, классная вещь, кстати. Так, ладно, давайте. С этим-то далеко долго не проживешь. С бомбой тоже, по идее-то. А с головой вообще? Сколько у меня выстрелов? Фиг его знает. Давайте возьмем кувалду. Поменяем на голову, вернее. Комбо-предмет удерживайте. Да, лучше вот это сделать. Больше от него толку будет. С двумя гранатами, согласитесь. И при большом скоплении людей, внутри зомби, она тоже очень сильно пригодится. Ну а голова это так, я не знаю, зачем это нужно. Прицеливаться неудобно. Не факт, что еще попадешь. Палаш. А наш палаш. Какого уровня? 100%. А этот палаш? Этот на 4 урона. Ну, конечно, лучше этот взять. Может вообще выбросить? Ну ладно, бомбу оставлю на всякий пожарный, ладно. Вообще надо места открывать для... Опа. А, это ж... Понятно кто. Нет, и мне с Паулой надо встретиться. Эй, ты, поди сюда. Помоги мне кое с чем. Поговорить с выжившим. Что тебе надо? Вокруг миллион зомбаков, а мне надо проехать сквозь них. Можешь помочь? Как? Прояви смекалку, возьми тот чертеж. Взять чертеж. Чуть мне не нравятся звуки. Поставь два транспортных средства рядом. Ладушки. Собрать комбо-транспорт. Они и так вместе стоят, они всегда вместе стоят. И проехаться по гаражу, да? Ну готово, что ты кричишь? Вау! Да, раньше ты таким занимался, да? Я на уроки труда ходил. Думаю, я лучше сама справлюсь. Ладно, давай, твоя очередь. Ну, спасибо. Не за что. Я открою тебе ворота. Контрольная точка. Вот и город, да? Мы выходим в открытый город. Чтобы веселее было ездить. Они все в новогодних костюмах, что ли? Или что это за желтые куртки у всех? Встретитесь с Паулой. Разжигатель войны. Нажмите L1, чтобы использовать оружие. Ух, нихре. Ну это неплохо, конечно, патроны здесь не вечные. И перегрев. Моментальный. Ладно, вот он, открытый город. Пошли вон. О, нас уже там встречают. Так, а куда ехать? Нам прямо, конечно, ехать. Сейчас, подождите, вот посмотрю чуть-чуть. А кто там кричал?
Какие-то агрессивные ребята. Спокойно. Мне просто интересно, что тут происходит. Маньяки же, да? Или кто это такие вообще? Быстро перегревается. Неплохо. Постреляли. Но моей тачки уже почти нет. Я просто решил посмотреть, что они тут делали. Ну, выпивка есть. Бесплатная, бесконечная. Ладно, погнали. Надо смотреть на карту, на меню-карту. Осторожно, происходящее рядом событие. Забрать добычу из ящика. Вы в своем уме? Да, я вам скажу, здесь не... Не самое удобное управление. Кнопка L1. Все, патронов нет. Ну все, по-моему, разобрались. Лучше, наверное, отсюда уйти, да? Сейчас рванет. О, у нас есть экзоскелет. Расскажите, что это? Вот этого мне не хватало в супермаркете. Экзоскелет обеспечивает носителю огромную силу и выносливость. Бегайте марафонские дистанции, разрывайте зомби пополам и отбрасывайте с дороги машины или бросайте ими во врагов. Экзоскелеты позволяют обладателю переносить предметы значительно крупнее обычных, щите объекты с фиолетовым значком в экзоскелете, вы легко с ними справитесь. Заряд батареи у экзоскелета ограничен. Следите за лампочкой, если мигает красный, значит энергия на исходе. Ищите спрятанные беспроводные станции по зарядке. Ого! Сука! Подожди, мне нравится вот эта пушка. Мне нравится этот топор. Отлично. Ну теперь я уже машина убийств. Сейчас я только покушаю. Водичку возьму. Окей. Окей. Только я потерял машину. Что вот это такое? Это у нас убежище в Олдтауне. А это что такое? А, это, собственно, супермаркет. Торговый центр. Может, вернемся? По идее, меч, который был в камне, вот, вот он. Такой же топор у меня. Подожди, а можно метку поставить? То ж я не соображу, куда бежать. А где у меня подзаряд? 77%. Да, недолго я побегаю. Недолго. Автомобилей тут нет? Автомобилей, блин. О, есть. Зачем? Ё-моё. Сука, на него нельзя залезть. В смысле, нельзя с ним пользоваться, в автомобиль садиться. Да, замечательно. Я его хоть не выбросил? Надеюсь, что не выбросил. Иначе будет печаль. А я не проверю, там есть или нет, здесь бесконечная толпа зомби. Блеха-муха, да какой же ужас-то. Да. Он не упал вниз перед зомби, нет? Хорошо, как ее доставать, этот экзоскелет? И куда делось все мое оружие, которое я брал? Да. Ладно. Давайте думать. Или он дается раз, пока ты его не износишь. Или что с ним делать? Серия ударов.
Не знаю. Не знаю, не знаю. О, они сами погибли. Просто в эту машину забегать не рекомендуется, я вижу. Особо? Так, где обучение? Давайте разбираться. Ну, это же вообще жесть какая-то. Ну, как понять, где этот экзоскелет снялся? Думал, я на него надел, и все, уже и со мной ничего не будет. Нифига. Я уровень вот добыл себе, кстати. Стоя прямо здесь. Ладно, давайте смотреть. Экзоскелет. Обучение. Это комбинирование. Новое. Нет записи, это не то. Первые шаги. Вот это давайте разберемся. Вооруженный экзосолдат. У некоторых экзосолдат смертоносный пулемет и малейшее неустройство не воссоздано. Ну это понятно. Про экзоскелет еще что-нибудь есть? Как его вытащить? Как его надеть? Заново. Вот. Бегайте марафонски, разрывайте зомби. А как им пользоваться? Надел и выбросил, или что с ним делать? Да. Ладно, об этом история умалчивает. Хорошо. Давайте дальше. Что нам надо? Нам надо драка. Драка что она дает? Это что? Повышает эффективность защитного удара ногой. Почему бы и нет? Всегда поможет. Давай. Ну хорошо, пошли дальше. Прощай, мой экзоскелет. Ты что, фотографировать решил, что ли, мать твою? Ну это хорошо, конечно, комбо, но для одного чувака это слишком затратно. 156 метров, что это такое? А, это квест появился, зачистить убежище. Так я его и так отметил. Там стрельба. Пойду-ка я в обход лучше. Я правда как сам как в экзоскелете, конечно же, выгляжу. Подождите. Сотовый там валялся. Так, идите нахрен. Кошмар. Сколько у вас тут? 50 метров в дом. Здесь, по-моему, безопаснее всего, но как мне туда проникнуть? В это убежище. Там еще и шум какой-то. Ну, пошли через этот грузовик. Да, с экзоскелетом, я думаю, я бы быстро бы все это сделал. Да, фантастика. Теперь не знаю, что и делать. Без экзоскелета. Только обрадовался, и сразу же мне его забрали. Ты решил здесь пройти, да? Не самое умное решение. Что у нас внизу? Какая-то заправка. А вон мужик стреляет какой-то. Или это зомби? Да нет, это люди. Его вот пытаются жрать. Там маски какие-то психи, ну и в бане. Как раз она меня отвлекла на какое-то время. Мы здесь сейчас побудем. Ага, побыл? Можешь? Помечтай, да? Давай. Угу. А закрыть можно? Оно само закрывается. Никаких проблем. Никаких абсолютно. Сейчас осмотрю его со всех сторон. Что-то через парадный вход мне как-то не очень хочется входить. А тут и черного-то и нет. Но зато территория весьма безопасная.
Все. Ладно. Назад уже с ускорением. Это мы с вами в старом городе. Первое убежище сейчас зачистим. Будем сюда выживших, да, отправлять. Со всех концов города. Ну давай. Не думаю, что здесь большое количество мертвяков. Не вижу ничего, подождите. У меня отличный меч, вы не волнуйтесь. Кто там орёт у вас? Прекратите это. Да не орите вы, всем помогу. Хорошая серия. Меня, правда, убивает постепенно. Медленно, эффективно. Уничтожает. Привет. Половина стоит. Но стоит еще. Еще и бьется, смотрите. Да че вы орете-то, алло? А, не внизу или вверху. Понятно, заперто. А еда тут вообще бывает, нет? Гараж. Кто-нибудь? Somebody? Ну, слышно хорошо вас. Ну, понятно, что вы внизу. 15 метров, правда. Но это моя метка. 15 метров показано. Ладно, я найду вас. И снизу достану, и сверху, где бы вы ни были. Подождите, а где здесь снизу проход? А, вот. О, они идут. Я. Come on. Мой меч и доспехи. Зараза. Для вас. Я бы вам еще их скелет показал, но я его как-то снял. Еще кто-то дышит. Все. Достигнут уровень 7, контрольная точка, задание выполнено. Убежище в Олтауне, 5 из 5, награды, повышение, потратить очки, 5 из 7, спасти выживших для следующего уровня. Угу. Не вопрос. Мне бы еду тут найти где-нибудь. Есть у вас еда, чтобы не покупать, а то я знаю местных барыг. Хорошо, давайте еще уровень себе добавим. Стойкость. Вот это что появилось? Ослабляет урон, получаем атак ближнего боя. Ну, давайте. Будем меньше помирать, что ли? Окей. Ребята, еда есть? Это что? Топорик. Что у нас с топором? Помахвал топором, осталось 37%. Жесть, конечно. Это что? Ножницы. Вещь, конечно, убойная. А чё? Зонтик? А это выход. Или вход. Сортир. Что сделать? А, переодеться можно. Да ладно, нормально. Это столовая. Ну тут мы и поедим, я надеюсь. Хоть что-нибудь съедышь есть, я надеюсь. Горячая пара. Личные тайны. Слушайте, надо мобилки было собирать. Я еще один видел в магазине. Я думал, это оружие. Ясно. Ох, я вижу еду, но ее нельзя взять. Естественно, в убежище только купить ее теперь можно. Кусок мяса, но это как оружие. Что вообще, даже в кухне нет еды. Классно. А, мне здоровье восполнили. Но все равно мне бы не мешало
чуть-чуть добавить. Так, эту метку можно убрать. Она мне мешает. Где мой экзоскелет, люди? Почему не объяснили, сколько он действует? Как его назад вернуть? Зато есть два места для переодевания. Ну правильно, два туалета. Мы же. Привет, барыги. Торговец. О, есть еда. В мусорке валялась, но хоть что-то. Так, вода, вода, чипсы, что это еще есть? Снэк. Давайте снэк возьмем. Торговец оружием. Топорики, пистолетики, ну, все самое необходимое за весьма большие деньги. Не надо. Что еще у вас есть? Торговец с транспортом, торговец с одеждой, торговец с едой. Вот это мне важнее, наверное, будет. Ого. Конкретной части тела можно прицеливаться. А ну. Карты Олдтауна. Ну давайте, вот на это будем тратить деньги, а что делать? Файлы Вик я уже не буду тратить, потому что я перейду в другой район, и мне там надо будет купить будет кое-что. А вдруг не хватит. Торговец едой, мы как-то обойдемся без твоей помощи. Ну что, пошли дальше. Торговец с транспортом. Ну, у меня таких уже денег нет. Да и нужен ли он, этот транспорт, который ездит 2 минуты буквально. Да я посмотрю, что тут хоть. Могли бы какую-то машину мне и дать. Хотя бы одну. Фантастика. Ты что взял? Блин, как же неудобно реализовано. Открыть машину одной кнопкой. Поднять предмет той же кнопкой. Так как за экзоскелет мой помер. Ладно. Пошли к квесту. Тут, правда, где-то метка есть. Вернее, не метка, а чертеж. Походу, здесь же. Я, собственно, здесь и видел мобилку. Вот она лежит. Есть. 2 из 6. Она здесь и была. А где ж тут чертеж? Вижу чертеж. Ё-моё, ноутбук взял. Да мать же ж вашу. Чертеж что-то надо было взять. Ладно, давайте отсюда нахрен делать ноги. Нифига нет времени ни на что. Забежал, схватил, что попало, первое попавшееся, и выбежал. Может, там и чертеж можно было? Да можно, конечно, собрать, но... Вы ж поймите, что здесь бесконечный поток. А меч у меня не вечный, драться здесь нельзя. Тут только убегать надо. Начнешь драться... Все потеряешь нахрен. Экзоскелет нужен, да? Да, нужен. А он у меня есть? Или он мне автоматически достается? Может, он мне автоматически достается, когда нужен? Не знаю. Давайте на это хотя бы присядем. Снегоход по асфальту. Не часто встретишь, но все же есть. Так, тут есть еще чертеж. Стоять. Извините. Ушел вон. Давай, есть. Я, по-моему, в безопасности. Фух, тут где-то чертеж есть. А я не вижу себя на белом фоне. Я не пойму, где он нахуй. Ты чё, охренел? Закрыта аптека. Иди вон отсюда. Слушайте, раньше они... Раньше они не имели права заходить. Если забаррикадировано. А, вот чертёж, да? Нет, это бита. Там что-то еще есть. Да хрен с ним совсем. Газета. Потрошитель из Олдтауна. Ну, тут надо читать, конечно, да?
Камеры могли засечь потрошителя. Что это такое? Полиция полагает, что нашла зацепку по делам убийства в Уолтауне. Изучив запись камер слежения окрестностей 5 кварталов от места последнего убийства, детектив Уоррен Райт предположил, что убийца узнал всех жертв лично. Дальнейшие подробности недоступны до окончания расследования. Сегодня на сенатор Грей выпустил встречу по Лондонскому мемориальному торгового центра, который должен заметить прежний известный как «Душа и сердце Ламета». Грей напомнил о финансовых нуждах города, его репутации поставщика качественных товаров массового потребления, что будет с Ламетом без торгового центра, и самое важное, что будет с жителями. Личные тайны, кстати, тоже можно читать. Нет, подожди. Горячая пора. Я купил зомби-шляпу, она как будто мне мозг ест, лол. С любовью, Родни. Это чьи-то личные тайны, да? Всего 22 штучки их. Ну, как в Dying Light, помните, мы находили заметки всякие. Дневник Вик. Я его не читал, кстати. И не слушал. Итак, Вик Чу, день первый. Ламет потерян. Полномасштабная эпидемия. Зомби заполнили все. Потери исчисляются тысячами. Эти ублюдки в военной форме, только марионетки. Это заговор правительства, если это докажу, если найду тех, кто за этим стоит. Что ж, и может быть, я смогу убедить даже великого Фрэнка Уэста, что журналистика — это не только деньги. Так, это первая запись и третья у меня есть. Вторая где-то валяется. Некоторые выжившие объединились под началом некоего Тома. Он обеспечил их пищей всем необходимым, а также обучал добровольцев приему обороны от зомби. Среди помощников Тома есть женщина по имени Хэмон, которая собирается показать мне город. Том хочет, чтобы я его информировал, так что согласился предоставить мне пищу и кровь, пока я здесь. Пожалуй, так будет честно, что для меня репортаж, для него жизнь. Я здесь не для того, чтобы наживаться на его страданиях. Понятно. Подожди, а у меня что-то тут еще написано, что есть новое. Или это просто обновление было, да, на обновление было. Ладно. Не понял, где чертеж. А ну карту мне дайте. Он должен быть здесь. Нет, он в соседнем помещении. Он за стеной. Зато здесь еда есть. В аптеку я зашел. Вам чего? Аспирин? От головной боли что-нибудь, пожалуйста? Да, Клайв. Попробуй попасть, когда он стоит на этом. Нифига не попадешь. Как будто в это, и не видит его. Ладно, покушай что-нибудь. И сироп от каши, я думаю, тебе пригодится. Все, мы с ними разобрались. Здесь где-то... Что это? Что ты уже выбросил? Шумовую винтовку, штурмовую винтовку. Это псих, что ли? Так, мой меч сейчас умрет. Ну, не сейчас, но скоро. Осталось 28%. Мечи здесь из шоколада. Хорошо, где здесь чертеж может быть? На соседнем магазине, что ли? Ну да, скорее всего. Ладно, пошли посмотрим. Идите нахрен. Нахрен идите! А, вот здесь он, скорее всего. В окне, да? Нет. Он не в окне. Он в каком-то здании. А, он в этом магазинчике. Так он закрыт. Фантастика. Потом приду. Тут тоже все закрыто. Идите в задницу. Здорово, придурки. Ох, зашел так зашел. Давай, открывай двери. Отлично. Мы в кухне. И это хорошо или плохо, не знаю. Теперь мы на улице. Дойдите в баньку. Тут уже стрельба. Так, я не нашел этот долбанный. А, вот здесь может, да? Ну вот она. Вот за этим гаражом. За этой дверью гаража, вернее. А как туда попадать? Через верхние этажи. Я понял, понял, понял.
Ты что, топор взял? Ну лучше топор, да, меч, скоро сдохнем. Можно цепляться, но это не самое легкое задание. Правильно повернуть камеру, чтобы он руки. Воу! А это что такое? Зарядка для экзоскелета? А где брать экзоскелет? Он что, там у меня остался или что? Вы там совсем что ли с ума сошли? Где его брать? Если я в машину хотел залезть. Хера не пойму, если честно. Он мне что, остался где-то валяться в начале серии, что ли? Или где этот экзоскелет брать? Короче, экзоскелет, я так понял, это как автомобиль. Надел и забыл. Снял, все, еще новый, да? Наверное. Ты в каком-то доме. А, вот это чертеж. Представьте, через верх сюда надо было попадать. Что ты взял? Что выбросил? Сироп. Нормально. Можешь выпить его сразу. Взять сироп от кашля. Взять эту штуку. Ледяной меч. Жидкий азот. Надеюсь, он есть. Я надеюсь, можно его сделать? Не беря в руки, можно его сделать? Подождите, я что-то вижу. Еще один мобильный. Ну, ё-моё. Ключ от комнаты зомби-нет в квартире. Жидкий азот. Ну, по идее, должно появляться автоматически, что я могу собрать, а что не могу. Зимний свитер. Да нет. Свитер я не буду надевать. Открыть. Давай откроем. Револьвер. Куча денег. Жидкий азот. Ну давай. Вот теперь появляется. Поднести надо было просто. Хорошо. Жалко топор бросать. Но, в принципе, это не самое страшное. Создать 15 единиц. Я там что-то какой-то получил бонус. Все, побежали отсюда нахрен. Опа! Ну, супер. Сколько я так раз ударю? Раза 3-4, наверное. Не больше. Тут пол автомобиля какие-то есть. А можно ходить, как Dying Light? По проводкам. Или они меня... Они меня сейчас столкнут вместе с машиной. Хамы. Ладно, доберемся уже пешком. Осталось-то 185 метров всего. Идите нахрен. Давай сюда. Здесь есть монтировочка, если что. Открытое окно. Нам сюда. Мы на транспорте не ездим. Нет, мы любители... Я загорелся. Пеших прогулочек. Тем более рождественский городок. Все прекрасно, прелестно. Там, правда, война какая-то идет. Грабителей в магазине прям приняли. Ну и пусть принимают. А наша задача к Пауле добежать. Кстати, как гостеприимно горит свет. Гостеприимно свет. Свет-то горит, но войти сюда нельзя. Тут не особо. Не хочу по этой улице идти, там громко сидит. Не особо гостеприимно нас там приняли. Да плевал я на вас. На вас оружие тратить противопоказано. Так. Смотрите, кладбище. Напали на выжившего. Я иду. Да, я здесь уже. Как тебе мой меч? Понравилось? Пока. Там кладбище, это не пойду. Не любим мы это.
Насколько у нас меч повредился? На 40%. Оружие на одну биту максимум. Все. Одна подрался раз. Выброси нахрен его. Ладно. Где-то Вивьен сидит. Что ты тут делаешь, Вивьен? Что ты взял? Как выбрать этот долбанный чертеж, вы не знаете? Метательный катафалк. Тягач. Тягач плюс катафалк. Ладно. Вот это, наверное, оно. Скорее всего. Ничего, что ты возле зомби собираешь? Я думаю, ничего. Нет, плохо. Зря вы это делаете со мной. Сука! Собрал? Собрал, давай машину. Давай. Он что, гробами стреляет, да? А чем он стреляет? Как стрелять здесь? Ладно. Но выглядит... Выглядит... Я вам скажу, неплохо. Убейте 1000 зомби. Да убил уже. Все, поехали в пункт назначения. Мы сделали еще один чертеж, собрали. Здесь, правда, еще один где-то находится возле елки, скорее всего. Ладно, там говорила Паула. Дверь сзади. А какое же здесь секретное оружие? А вон он, катафалк. А ну давай. Блин, ну тут вообще какие-то полеты. Ты что, на машину не можешь свою залезть? Ёханый бабай. Как сумасшедший какой-то прыгает. Нет, нереально, нельзя на свою машину залезть. Жесть. Честно, жесть. Ты не можешь сюда перепрыгнуть? Экзокостюм? Экзоскелет, да. Все-таки он как машина, да. Он у нас как автомобиль. Тут, правда, еще чертеж где-то есть. А это что? А, это... А что стоим? Иди нахер. Что это за поиск? Врежем. Записная книжка. И здесь где-то еще лежит этот чертеж, но может он не здесь, может он внутри помещения. Но сюда я не зайду. Оружия нет для экзоскелета, как раз бы хорошо было. Найти надо, да, наверное, в городе. Что, разрядился уже? Ладно. Ой, ужас какой. Кто это придумал? Такое управление. Подарки. К празднику. Опа! Да, это замечательно. Такие светящиеся, непринужденные боксерские перчатки. Здесь, кстати, так и остался лежать. Ну, вы поняли, что здесь осталось лежать. Чертеж. Как-то я его не нашел. Ладно, пошли уже по квесту. Держи подарочек. Ты хорошо себя вел в этом году. Сколько у нас? 3%. Сейчас разрядится уже. А ты хочешь подарочек, Паула? Ёпс. Да, ну только с экзоскелетом работает. Привет, пожрать есть что? Меня сильно уделали, пока я сюда бежал. Есть пожрать? Как ты тут живешь в этом сарае? Привет.
Я его редактор. Еще 40 минут назад здесь был главный форпост Обскурис. Погоди-ка, ты Паула? По радио ты говоришь совсем иначе. Ну да, это мой образ. Образ? Да, я просто понял, что меня слышат, только если я кричу во все горло, а еще так веселее. Так что, если ты готов меня слушать, то попробуй осмотреться и выясни, что ты делал Обскурис. Да, хорошо, спасибо. Изучить архивы. Начато расследование. Прямо здесь изучить архив? Тут, наверное, нужен аппарат с ночным видением, ни хрена не видно. Ну да. Обскурис явно не любит что-то там. Тут написано, что у них был разведпункт над магазином Дуда. И что там разведывали? Как тебе сказать? Не могу пока. Тут ничего нет страшного. Стоять. Пистолет. О! Мы там чисто для коллекции, да, собираем граффити всякое, которое находится на стенах. Расследование прекращено. Видимо, я вышел за зону, да? Я вас понял. Открыть. Хлопушка. Аптечка. О, это мне надо. Как мне выйти? Ай, какой ужас. Как мне выйти с фотоаппарата? Вот так вот, давайте пожрем. Фотожурналист Фрэнк Уэст на море. И сиропом от кашля догонимся. Полицейская дубинка. Так, что мне еще надо? Я прогуливаю занятия по ориентации на местности. Карточка «Привет» из 85-го года. Это может быть где угодно. В любом месте этого, да, склада, может быть. Архива или что это такое. Открывать надо все? Или можно не открывать? Может, открывать надо и искать эти карточки? Это я уже сфоткал. Наверное, в ящиках где-то находится. Ну, зато зомби нарисованного нашел. А, так может... Фигуранты. Что, еще что-то есть здесь? А, не обязательно там, да, ходить? Смотрите, я могу это... попробовать сфоткать. Я думал, только там надо. Перевернутая машина, машина на крыше. Что это значит? Череда разрушения вскользь шел по ним. Карточка «Привет» из 85-го. Это не она? Расследование прекращено. Расследование начато, я думаю, здесь. Потому что сюда я не заходил. Обскурсис что-то искал. И где же эта долбанная карточка 85-го года? Они спешили, наверняка проверили не все. Так, а я эту карточку вижу в другом режиме фотоаппарат? Или не увижу? Да, все-таки надо открывать. Все-таки надо было открывать. Отсутствуют данные по канализации. Канализация глубоко под землей, кто знает, что в ней таится. Расследование завершено. Они что-то ищут, что-то очень опасное. Ты что-нибудь знаешь про этот пункт Дот Дракс?
Да, там снайпер и дилемит торчал. Так, сейчас проверим. Звучит неплохо. Да, кстати, всего 512 подписчиков моего подкаста будут очень рады нашей совместной работе. Да, я вот точно рад. Пока. Найти аптеку. Контрольная точка достигнута. Достаем наш супер меч, который еще продержится пару секунд, не больше. И можем валить. Только ничего не видно. Давайте посмотрим вторую часть склада. А вдруг тут что-то есть? Мужика вижу. Костюм Хаггар. Да ладно, холодно будет. Фотографирую, да? Он нам нужен, нет? Нужен. С уважением, Капком. Знак уважения, ничего себе. Заперто. А мы можем вот это анализатором? Нет, не сможем. Не сможем. Ничего толкового здесь нет. Тут подсвечено так интересно, как будто здесь что-то может быть. Ладно. Пошли искать аптеку. Можно сделать селфи. Выгляжу, конечно, не очень. А так в темноте вообще не очень. Фонарика на груди точно не хватает. Ладно, Паоло. Good luck. Я пошел. Правда, опять бежать. Ну, эта машина, конечно, была. Где-то припаркована. Hey, Алло, Брэд, наши друзья-наемники зовут Обскуртис. Вот она. Хотя в операциях, по-моему, они только какую-то облаву ведут, типа того. Держу ухо востро. Ладно, ладно. А тут что, не пройти, да? По-моему, я застрял. Все? Нет, еще жив. Меня чуть не перевернули. Застрял. Нет, проехал. Не кричите. Где-то стрельба. Просто интересно здесь. Решил на минутку остановиться. Здесь где-то на второй крыше есть чертеж чего-то. Ну да, не факт, что это с этой стороны заходить. Заходить с другой стороны, ну ладно. Кто-то меня укусил за сапог. Надеюсь, ты, скотина, сломал себе зубы. Ну, просто осмотрелся, ну мало ли. Я просто... Метательный катафалк. Кстати, он должен как-то мертвецами то ли толкаться, то ли хреново. Я нажимаю все кнопки, но как-то ничего не получается, если честно. Сигнал даже нашел. Что-то же должно вылетать с него. Наверное, гробами должен. Или мертвяками, которые должен засасывать. Ну, походу, да. А ну подождите, я тут осмотрю чуть-чуть. Потому что, я же говорю, если... А здесь закрыто? Нет, не закрыто. Если здесь не собирать чертежи... Здесь вообще делать нечего будет в этой игре. Тут по сюжету, я так понял, можно пройти за секунд 20. Ну ладно, секунд 20. За часа 3, думаю, игру можно пройти, если хорошо постараться. 60 метров до какого-то события. Уничтожить оборудование Обскуртис. 22 метра до него. А чем его уничтожить? Закрыто, мать вашу. Закрыто, говорю.
Это кто? Неважно, они уже здесь. Ё-моё, ни минуты покоя нет. Вообще в броне. Сзади зомби. Ну да. Ребят, нападайте. Я ж свой. Неплохо. А, она автоматически съедается. В случае чего. Кто бьет? Осторожно, не погибните. И гранатомет. А какое же оборудование? Нам с вами убрать. Так, ладно, давайте, наверное, сейчас чуть-чуть расчистим территорию вот этим. Вот это само оборудование, эту вышку, что ли, уничтожить? А, вверху. Вверху, вверху, понял. Это лестница или нет? Возможно, это и лестница, но по ней ползать нельзя. Это лестница. Да. Ну ладно, лестница так лестница. Энергетический напиток. Армейский щит. И тут что-то есть. Вот это, что это такое? Куча денег. Особо ничего. Ладно, нам надо, наверное, взять это. Во-первых, гранат у нас мало. Взять гранатомет, обменять на... Нет, бери, наверное, у нас щит уже... Меч уже сдыхает. Давай, наверное, вот это возьмем. Все-таки оно лучше смотрится. И сейчас мы все взорвем, наверное, к такой-то матери, да? 18 выстрелов осталось. Давай вот это вот поменяем. Тут же ж... И менять-то нельзя особо. Отлично. Хорошо. Оборудование уничтожено. У меня есть еще пару выстрелов. Вещь хорошая, кстати. Очко навыков дали. С радостью его используем. Понятно, в общем. Понятно. Вот такие мини-встречи у нас будут по всему городу. Что можем добавить? Перестрелка нужна, нам не нужна. Больше патронов, да? Выпадает. И выживание. Что дает выживание? Что вот это дает выживание? Приобретать ячейки для оружия ближнего боя. Хорошая вещь. Давайте. Плюс один для оружия ближнего боя. Поэтому мы с вами можем взять обратно меч. Он хоть и слабенький, но зато еще ударит раза три. А в толпе так вообще хорош. Давайте пока возьмем вот этот меч и щит, топор и щит вернее. А тут ничего нет интересного. Есть. Тут ключ нужен. Да заткнись, ключи здесь. Без рук. А, это свежак был. Прости, не заметил даже. Тут в темноте кто-то. Это не этот шкафчик, нет? Нет, это от депо. Да беги ж ты. Куда-нибудь уже давай. Где наша тачка? Вон она. Что-то синенькое, что-то синенькое. Мобилка. Что там? После ограбления, личные тайны. Это я потом посмотрю. Если не забуду.
Я вообще-то шел чертежик посмотреть справа. И ключ какой-то. Ну, тут, наверное, экзоскелет будет, потому что здесь пулемет лежит. Угу. Закрыто. В общем, ключи еще нужны. Да, кайф. Ладно, это не моя машина, где моя тачка? А вон она дальше. Здесь явно место для экзоскелета. Я классно перегородил выход. Крепкая штука, смеется, они что-то молотки какие-то продают, да? Продаем молотки. И прочую хрень. Бензопила, кстати, неплохая вещица. Но у меня пока что все отлично. Давай съедим что-нибудь и закусим пивом. Нет у меня ключей. Ключи надо находить, а потом искать под эти ключи. Пошел вон. Ящики надо искать. Стоп, а ты чертеж нашел? Мать твою. Ой, ужас какой. А, я ж... Нет, я могу на свою машину залезть. Где-то здесь есть чертеж. А, он закрыт. Ты, сука. Тоже я начинаю тупить. Я думаю, шкафчик не открыл, но значит. Правильно? Надо же чертеж хотя бы взять, взял? Ладно, поехали к аптеке. Иначе это может длиться вечно. Хотя я в какой-то же был аптеке, помните? Даже подлечился малость. Проникнуть в квартиру. А я ж там был. Я ж через верс. Но у меня чутье, слышите? Чутье у меня. Я в той квартире побывал. Попадать через нее вот здесь. Ладно. Только зомби... Зомби там было поменьше. Можно? Можно? Спасибо. Можно? Спасибо. Ну, дважды зайдем в эту же квартиру, а что? Как я четко, да, нашел? Хоть бы закрыли для приличия ее. Опа, это моя машина, она взорвалась, да? Значит, расследование. Убежище зомби-нет. White Rook Protection разбросаны по всему городу. У них можно найти как попавших в ловушку выживших, так и полезное оружие. Убежище хорошо защищены, для доступа к ним потребуется особая карта. Когда вы получите ключ, на карте появится область, в пределах которой находится убежище. Ищите наклейку White Rook Protection, они укажут вам путь к убежищу. И учтите, что многие вещи спрятанные могут быть обнаружены только при помощи анализатора спектра в нашей квартире. Вы серьезно, что ли? Анализа спектра. Анализа спектра. Начато расследование. То есть здесь есть проход, да? Но я его обследовал уже. Что мог здесь найти, нашел? Хорошо. Что тут искать? Нужен другой режим видения. Вот это нужно, да? Ну понятно, шкаф сейчас отодвинем. Ну так эти проходы активируются. То есть надо брать фотоаппарат и искать, да, как проникнуть сюда. А если бы интересно, я раньше сюда зашел бы именно с вот этим с режимом спектра. Жареные ребрышки. Что бы было? Я бы нашел бы, интересно, эту дверь. Готов к худшему. Пора на боковую. Комната убежища найдена. Витаминчики хотите? Я хочу. Сейчас пивка бахну и витаминчиков немного. Костюм. А, кислотная ловушка с Сандой. Обмен. На что? Мне всего хватает. Это что такое? Это вот это крутое оружие, говорят, да? Разжигатель. Рюкзан заполнен. А это что такое? Автоматический дробовик. Ну, вещь неплохая, наверное. Давайте заменим его на... Не знаю.
Вообще-то мне лучше автомат, конечно, иметь. Ну ладно, давайте заменим. Заменил? Молодец. Вот так вот. Продолжаем расследование. Что еще мне здесь надо найти? Включай свою фотокамеру. Видим. Пора на боковую. Дротики с транквилизаторами. Это то, что показалось нам подозрительным, да? Какое-то ритуальное убийство еще, чтобы это могло быть. Но как я четко дважды в одну и ту же квартиру попал, это, конечно, супер. А где ж тут? А, вот это кровяк надо было найти, да? А, это мой меч. Я же его здесь выбросил, по-моему. Щелкунчик. Это наряд. Кто-то любит фотографировать. По-моему, я нашел улику. Ну да, как можно было труп не найти, привязанный к стене. Давай. Это ритуальное убийство. Зомби на это не способны, конечно. И кто-то любит фоткать. Эта фотка нам интересна? Надеюсь, что нет. Кто-то любит фоткать. Кто-то любит фоткать, и где эта зараза находится, не могу понять. Интересно, интересно, интересно. А, вот, вот это, да? Нет, им плевать на это. Это что ли? Слишком далеко. Вот это что ли? Зачем вам зверьки? Явно не она. Ну явно не вот это. Ну где эта зараза? Фонарь. Вот это нашел. Сто раз прошел мимо. Кто-то любит фоткать. Нас особо охотились, а на само охотится на них. Контрольная точка достигнута. Отходите, дан приказ отходить. Кажется, у них идет бой. Надо послушать. Послушать радио. С радостью. Где у них тут радио? Окей. Прекратить выполнение задачи. Повторяю, прекратить всем отрядам отступать в пожарное депо для перегруппировки и перевооружения. Прием. Нас отрезали, нам не... Ах. Вашу мать, если вы еще живы, отступайте к пожарному депо. Повторяю, отступайте к пожарному депо. Быстро, вас счет побери. Да что там ребята гоняются за ними кто-то? Кажется, я знаю, куда хочу пойти дальше. Идти в пожарное депо. Ну да, здесь вариантов больше и нет особо. Пожарное депо. Привет, это Паула. У меня к тебе просьба. Проверь пару наводок. Мне нужны сюжетные штуки. Высылай все, что у меня есть. Иди же, апостол Френда, будь историю, русскую тайну. До связи. Проверить слухи. Новое. Проверить слухи. Это здесь недалеко. Кто тут у нас? Какие нахрен слухи? Ладно, проверим. Тут у нас уже квест. Пожарное депо. Тут еще есть пару чертежей. А, это зан моим этим. Местом. Местом сохранения. Ладно, фиг с вами. Доставай вот это. Можем здесь с вами еще и... Можем с вами здесь еще и сфоткаться. Селфи не получается. Хотя что тут фоткать? Той фоткать особо нечего. А? Как вам фоточка? А это? Тоже неплохо. А можно на фоне? Нет, так не надо. Все равно ты ничего не увидишь. Убери это говно. Убери это говно, давай здесь фотографируемся с тобой. Давай, доставай свою эту камеру.
Давай, селфи. А? Ну как иначе? Давай. Селфи, ранг С. Молодец. Красавец. Просто красавец. Ну что, пошли проверим слухи еще сегодня. Посмотрим, что за слухи. Зомби залез. Дважды, говорят, в одно место молния не бьет, но только не у Фрэнка. Мы дважды побывали в одной квартире, причем случайно. Так, может, ты машину возьмешь? Ну да, было бы неплохо. А, твоя машина взорвалась. Твоей машины больше нет. Готов бежать? Ты бежишь не туда, балбес. А, я хотел машину попробовать. Можно залезть в эту? Тут еще не каждую машину можно взять. Так, ускоряться не будем, иначе он выдохнется и сдохнем в самый неподходящий момент. Лучше вот так вот бежать. Оружие тоже желательно не использовать, потому что оно ломается. Так, дальше нам куда? Нам в угол надо. Ребят, подходим, подходим, ребят. Мясо, 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 живое мясо. Все, пока. Нормально. Пошли вон. Тут кладбище. Это помню место. Что, на кладбище разве? Нет, не на кладбище. Давай сюда. Ему надо побыстрей. Ему надо побыстрей залазить на препятствие, иначе это конец. Для нас всех. Происшествие рядом. Какие трудности, ребят? Убить всех зомби, чтобы спасти выжившего. Сейчас, подожди, у меня есть меч. Который решает... все вопросы. Спасен. Так ее сейчас убьют. А ее убили. Это месть для нее. Ее, кстати, убили, но мне засчитали, что мы нормально все снова. Нормально, подлечились, поели. Тетку типа спасли. Надеюсь, она добежит до убежища. Но мне, в общем, надо было просто ей помочь. Все остальное меня не касается. Так, мне сюда. Кто-то с крас... маньяк неподалеку. А, маньяки. Опять с автоматами, да? Тут не залезешь. Если ты так сам себя в угол загонишь, все. Давайте на них толпу натравим. Упс. Это можно собрать, если есть чертеж. У меня чертежа нет. Эльфы! Это лилипуты. Отряд лилипутов. Чертежи бы мне на это место. 45 метров. А вон они, какие-то вообще мелкие. Я, помните, в начале игры говорил, надеюсь, что здесь будет Санта и этот. И эльфы. Эльфов я нашел. Они что-то тут разгружают. Ого! Жалко, что здесь нет центрирования. Это, ну, это вообще жесть же. Она сейчас рванет, по-моему, да? Рванет? Машина рванет? Это хорошо бы было бы. А что, я свое оружие потратил, да? Да, оружия осталось у меня совсем немного. Маньяки чертовы.
А что, еще что-то? 16 метров до чего-то. Это палки обычные, да? Петарды, палки. Там есть чертеж, кстати. Тут елками торгуют. И прекрасно играет музыка. Хорошо. Чего нам бояться? 15 метров до? Я не знаю. Ну, давайте вот это возьмем. Это здесь прицеливаться сложновато, но... Какой черт, он... Снег дома все замел, люди множество один. Фрэнс себя плохо вел, и он один из них. Сука, меня закрыли. Садись, Клаус. Добро пожаловать в мою пещеру, Фрэнк Уэст. Готов к расплате? Так, колокольчик, я слышу, бубенчики. Бух! Одолейте маньяков. Ты заявляешься в город, оскверняешь его имя, грабишь ради собственной выгоды, и тебе все мало. Ближе надо подходить. Не нравится мне тот смех. Давайте так. Я же говорил, не нравится мне тот смех. Санта с мешком. Садись, сраный, иди нахрен. Сука. Мы живы, нет? Еще пока живы. Ты сдохнешь, тварь. На. Просто в голове не укладывается, и Санта тоже замешан. Все слишком серьезно, мне надо побыть одной. Вот это мою книгу точно не пойдет. Маньяки побеждены. Да, заманчиво. Я просто взял не то оружие, и получилось, видите, что... Получилась фигня какая-то. Но у меня еще и был чертеж. Бомба хороша, конечно. Отличная бомба, но... Их всего три, и две из них я потратил на Санту. Хотя надо было добивать чем-то другим. Но опять же, быстрый доступ к оружию. Что у меня осталось? Вот это давайте, сейчас с этим походим. Одна бомба пусть будет, пока еще не найду более ценные. Вот и Санта. Собственной персоной. Ну, побежали. Да, конечно, надеялся, что мне дадут еды хотя бы. А, есть вода. Две бутылки. Не сильно, конечно, лечить будет, но хоть что-то. Ну что, елка кому-то еще нужна? Мне уже думаю, что нет. Чертежа нет, кстати, сюда не залезешь просто так. Можно только сесть мелкие такие предметы. Крупные автомобили недоступны. Эх, куда едем? А тут совсем рядом-то, по идее. По идее-то да. Можно проехать здесь и по этой дороге объехать. Ну, поехали. Ох, ё-моё. Понятно, пешком бежать здесь не очень весело. А здесь так вообще. Никакого веселья.
Да уберите это очко навыков, я понял, что оно есть. Не пропущу. Контрольная точка достигнута. Я, по-моему, тоже. Стой, не упади. Может, где-то близко? А где мы? Назад сдавай. Скорая помощь, там явно есть лекарства. Мы как-нибудь обойдемся без них. Пожарная команда. Машину шатают. Улетела пушка. А я здесь тоже был. Помните? Тут городок 2 метра. Мне точно там входить? Что, есть варианты? Вы знаете, что произошло? Дверь закрыли? Дверь закрыли. Больше не открывайте, пожалуйста. У меня особо нет оружия ближнего боя. Я практически потратил все свои выстрелы на другое оружие. Здесь есть пистолет-пулемет. Предлагаю, наверное, его поменять на вот эту штуку. Пусть будет 19 метров до. А из оружия ближнего боя у меня только щит остался. Он там 43% всего. Щит и топор. Тут спокойно, 17 метров. Есть экзокостюм. Маска снеговика. Наверное, я взял же там у Санты новый чертеж. Наверное, вот эту ерунду всякую, которую можно с чем-то соединить. Вот это, кстати, тоже есть чертежик. Дырявый ужас. Компьютер плюс ружье. Компьютер плюс ружье. У меня же есть ружье. Че не берем? Ну, любое огнестрельное, вернее, оружие. Не обязательно ружье. Ну и как это создать? У меня есть компьютер и огнестрельное оружие. В чем проблема? Почему автоматически не срабатывает срабатывание на сбор предмета? Дальнобойное. Подождите. Дырявый ужас. Вот, пожалуйста, что не соединяется? Компьютер плюс огнестрельное оружие. Оно просто не подходит, да? Ладно. Здесь есть немного еды, хлопушки. Компьютер можно выбросить. А куда он мне добавился? А, у меня ж много всякого дерьма, поэтому он и добавился. Острый перец. А, вот. Ну вот же, уж можно соединить, да? Теперь, по идее, должно соединиться. Это я просто, чтобы новое убрать. Чё, комбинация не работает? Ну ладно. Как скажете, это, кстати, можно сфоткать. А, может, вот это компьютер? Точно. Точно. А чё, ноутбук не годится, да? Большой компьютер нужен. И тогда соберется. Вот так вот. Тогда мы получим с вами какую-то охрененную штуку, которая непонятно как стреляет. Ну да ладно. Мы поменяли ее на эту пушку. У меня два выстрела таких. Супер пушка. Ну, я думаю, хватит. Если кто-то нас нападет. Этот ноутбук... Вещь хорошая, но лучше его выбросить. Только как? Ковбойские сапоги. Обойдемся. Суп, острый перец. Давай, выпьем воды. Острый перец оставим пока что. Есть боксерские перчатки еще, если что, если кому надо. Отдайте мне вот это. Маска вратаря. Давайте снимем сомбреро. Пришло время переодеться. Ну как? По-моему, безопасней, чем сомбреро. Мексиканское. Салюты, фейерверки, фены. Тоже для чертежа было бы неплохо. Если бы у меня был бы
Арбалет. А чё, салюты не могу взять? Нет, могу. Ну, пусть и будет. Ими можно стрелять. Пока что нормальных предметов мы не нашли, а здесь есть экзоскелет даже еще. Самое время. Можно улучшить его с помощью усиления. Но усиление это еще надо найти, да? Ну что, пошли, разберемся. Он, кстати, сам разряжается. Если его долго держать, видите, осталось совсем чуть-чуть. Найти способ забраться на второй этаж. А я где? Был. Пока. Еще. Сейчас этих подонков позабью. Как раз экзоскелет очень вовремя. Так, это, видимо, была резервная точка обскурится. Но кто привел сюда зомби? Или что привело? Исследовать пожарное депо. Что, еще кто-то есть? Сейчас мой экзокостюм сдохнет. Монтировка. Жаль, я думал, этот экзокостюм вечно можно держать. Так, это я обследую сам. А, это звуки из-за окна. Расследование прекращено, это выход. Это то, что было закрыто, выход. Начато расследование. Ну, давайте искать что-нибудь. Везде обскурь составляет свое добро, картография и как муха в паутине. Я даже не знаю, что здесь надо найти. Ноутбук еще один, у меня один есть и так. Это мой костюм вздыхает. Жаль, хорошая вещь была. А это можно? А, я ж нашел ключ, помните? От пожарного депо. Где-то находил. Конфетерор. Что это? Конфетерор. Какая-то охрененная вещь. Но у меня есть предметы более хреновые, чтобы не брать щит. Например, ноутбук, который я таскаю с собой, не пойму зачем. Так, ладно, давайте искать. Что искать-то? О, обнаружена улика. Тело вот это, что ли, да? Отлично. Можем сделать селфи. Селфи нельзя. Ладно, давай нормальный. Как муха в паутине. Одна нашли. Так, есть. Four outposts, City Hall, the drugstore apartment, the fire hall, and the junkyard. И что-то еще. Что-то еще, какое-то добро, наверное, какие-то ящики. Даже не знаю, что. Нигде не срабатывает. Это ж в этой области, да, надо найти? Ну вот оно же, да? Странно. Еще раз найти надо-то. Люди добрые. Не понял. Этого нашел. А, на второй этаж, может, залезть надо. А ну. А, давай попробуем. Может, сверху будет виднее?
Или с пожарной машины, может быть. Хотя наверх кто-то с собой не залезешь, только по этому ходу, которому я спустился. Ну давай еще раз. Может, так надо искать было? Ну не ночным же уж видением, правильно? Вот это, наверное, ну, вот это. Ну да, открыть контейнер надо. Да, нашли. Интересно, хоть там хоть игры есть? В планшете, да это планшет или что-то такое? Написано, больше сотни солдат погибло, охотясь за ним. Ужасно. Мне дано свалку. Эта тварь питает острую любовь к Куртиса. Исследовать пожарное депо, изучение, войти на свалку. То есть это уже дальше нас ведут с вами. Нет, ну все это, конечно, хорошо, а как отсюда выбраться? Не знаю. Через ту же дверь, которую входил, да, походу? А что тут еще, может, что-то найдем? Складной стул, лом. Ну, мое оружие, конечно, это уже скоро совсем прекратит жить. Да ладно. А меня не сохранили, нет? А зачем, скажите вы, да? Тут же безопасный район, зачем здесь сохранять? Че там бомбиться? Нет, а пешком не пойду. Пешком идите сами, нахрен. А, сюда я тоже не запрыгну. О, на скорой можно? Давай, отлично. Осторожно. Доктора. Доктора вызывали? Не знаю. Где я нахожусь и куда мне надо ехать? Понятно. Ну, хоть один автомобиль поставили. Совсем. Контрольная точка достигнута. Ну, наконец. Не туда. Где-то совсем рядом. Здесь настолько маленькие райончики. А, мне войти надо, да, наверное, туда? Беги, беги, беги. О! Вы же за мной не зайдете, я надеюсь. Надеюсь, что нет. Контрольная точка достигнута. Поговорите с Паулой. Все, друзья, давайте на этом закончим. Мы с вами проделали большой маршрут. Все, что могли, собрали. Ну, конечно, есть еще места, куда надо заглянуть. Но город у нас, смотрите, как будет состоять. Это торговый центр. Я думаю, рано или поздно нас сюда опять пропустят. Это первая часть города. Будет еще вторая часть, но это какой-то трейлерный парк. Вторая часть города, третья часть города. Город такой, 2 метра. Право-влево, влево-вправо и все. А это что? Это комната, по-моему, которую мы нашли, да? Убежище-то секретное. Там, где есть много чего интересного, хотя я особо ничего не нашел. Такого экзоскелет не навечно, экзоскелет на время. Что печально, хоть бы взяли, дали экзоскелет там как-то, не знаю, подзаряжать. Разрядился, нашел станцию, подзарядился. Нет, надо новый искать экзоскелет и заново его использовать. Ну, как машина, собственно. Поездил чуть-чуть и хватит. Давай, снимай. Или оставляй машину. Оружие так себе, но, в принципе, если нападут, отбиться один раз получится. Спасибо, что смотрели, друзья. С вами был Дмитрий, канал Shadow, игровые миры. До новых серий в Dead Rising 4. Пока.